Управление городского хозяйства в 2019 году выполнило ямочный ремонт на 16 проблемных улицах частного сектора города Кинешмы. Мы понимаем, что этого явно недостаточно. В 2020 будет увеличено финансирование и увеличен объем закупаемых материалов примерно в 3 раза. В 2020 году управление городского хозяйства планирует выполнить ямочный ремонт на городских улицах города Кинешмы. Для этого нам необходимо минимум в 2 раза увеличить закупку инертных материалов для производства необходимых работ.